холодным оружием за колготками. Он совершил налет на магазин нижнего женского белья. Пришел сюда вот с таким ножом. Но фетишисту не нужны были деньги. Он лишь угрожал кассиру. Свои требования не смог сформулировать, а потом бросил нож на прилавок. Со словами «Я скоро вернусь» ушел в соседний магазин. Там его и поймали охранники Витязя. Как он поясняет свои действия? Я никак не поясняю. Я, в общем-то, говорит, я что, не могу право нож с собой носить? Ну, неадекватно очень себя. Неудивительно, ведь задержанный пьян. Но почему его потянуло на женское белье, остается лишь гадать.